день, подписчики Спецтюнь Класс. Сегодня мы хотели бы рассмотреть Шурсан и передний мост Тимкен, или как его в простонародье называют, колхозный. Мы выбрали 4 производителей и 3 типа шурсов. Рассмотрим первый тип шурсов, это тип Бирфельд. Первый тип шурсов Бирфельд – это саратовский производитель серп и молот. Данные шурса являются одними из самых премиальных среди УАЗ-заводов. Следующие шурса типа Бирфельд – это производитель СИП-деталь. Данные шурса являются чуть менее премиальными и, соответственно, ниже по стоимости. Второй тип – это шурса на одном шару ульяновского производителя. Считается менее надежными, чем Бирфельд. И третий тип – это шурса старого образца на 5 шарах, также ульяновского производства. Давайте рассмотрим его поближе. Итак, что такое Бирфельд? В общем виде деталь представляет собой корпус с ведомым валом, в который вставлена обойма. На внутренней поверхности корпуса и внешней стороне обоймы нанесены направляющие канавки, по которым двигаются 6 шариков, удерживаемые сепаратором. В центральное отверстие кулака вставляется шлицевая часть приводного вала. Для обеспечения устойчивой работы установленный шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или силиконовым пыльником. При этом применяются густые смазки дисульфита молибдена. А теперь давайте посмотрим шрус на одном шару. Шрус на одном шару имеет довольно простую и примитивную конструкцию. Он состоит из 3 частей, это 2 вилки Виллиса и центральный кулак. Собственно, качество данного шруса вы видите сами. Теперь давайте рассмотрим третий тип шрусов. Это шруса на 5 шарах старого образца. Данные шруса устанавливались на автомобиль УАЗ завода. Сейчас уже устанавливаются другие шруса. Если вы планируете выезд на серьезное бездорожье, хотелось бы все-таки посоветовать вам установить шруса типа Бирфельд от производителя Серп и Молот, так как они хоть и являются самыми дорогими, но установив их, вы точно будете уверены, что ваш автомобиль вас не подведет в самый неподходящий момент. А если цена кажется вам слишком большой или вы не используете свою машину на тяжелом бездорожье, то в таком случае рекомендуем установить шруса от компании СИП-деталь. Они тоже вполне достойного качества. Все ссылки на шруса мы оставим в описании. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какой тип шрусов вам больше понравился. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а на сегодня у нас все. Всем удачи, всем пока.